Я пытаюсь тут с Серегой, с рыбой созвониться, списаться, понял? Ну, блядь, может, через него выйдем на кого-то. Мне уже на него только надежда. Хуй с ним отдать эти деньги, блядь. Машину продали, в рот ее ебать, заработаем, блядь. Серега, и с каким Серегой? Ну, блядь, с рыбой, блядь. Серега, ну, с мясокомбинатом. Он же стояковый, понял, блядь. Понял. Тут смотри, у нас приехали, забрали двоих пацанов. Понял? Я поинтересовался. Куда? В Донецк, в другую часть забрали. Да нахуй нам эти части, нам надо вообще нахуй отсюда, к ебаной Демобилизация $20,000. Сколько? 20 условных единиц. Да не шутим, пизданули, 2000, я знаю, было, блядь, но не 20, нахуй. Когда? Да вот, блядь, когда нахуй гребли все, блядь, $2000, блядь. Ну, когда гребли, то да, а сейчас уже, когда люди здесь сидят, конечно, то подняли уже. Короче, справка о том, что ты негоден, 500 000. Где раньше на чем наживаются. Да, да. Так а я и так не годен. Я вообще, я по, блядь, закон, понял. По закону я вообще не должен тут находиться. Да это я знаю. Ты только не вздумай там ничего за это никому говорить.